Из-за участившихся случаев ДТП с участием пешеходов представители патрульной полиции города провели профилактическую беседу со студентами Международного гуманитарного университета. Они рассказали об основных правилах безопасности на дороге, о работе патрульного и показали видео нарезку ДТП. Сегодня мы приехали к студентам познакомиться, пообщаться, прежде всего рассказать о патрульной полиции Одессы, о тех целях и задачах, которые поставлены перед нами, патрульными полицейскими, и которые мы, конечно, выполняем. То есть для того, чтобы студенты знали, ответим на те вопросы, которые есть, и, возможно, ребята примут для себя решение и придут служить патрульную полицию Одессы, либо другого города нашей страны. На встречу были приглашены студенты разных курсов, некоторые из них уже работают в правоохранительных органах. На сегодняшний день около 40 студентов Международного гуманитарного университета патрульные. Сегодня мы собрали студентов 4-х и 5-х курсов, потому что главной задачей руководства Международного гуманитарного университета, президента Международного гуманитарного университета, академика Кивалова Сергея Васильевича, заключается в том, что мы уже сегодня должны трудоустраивать наших студентов. И я уже об этом неоднократно говорил, что имея диплом бакалавра, студент, который учится в магистратуре, имеет возможность работать в патрульной полиции города Одессы. Обучаясь на заочной форме обучения, он одновременно работает, получает навыки, овладевает профессией, ну и, конечно же, получает...